у ворот обоих команд не было, хотя вот я бы отметил один угловой, который подавал Газовик, и дали пробить. К счастью, мяч ушел над воротами Веремко. Вот атака. Вот видите, наши... Так, сейчас я не вижу. А, слева Владимир Парников, номер 9, и нападающий Хызыр Апаев, номер 13. Ну, я бы не сказал, что сейчас у кого-то есть однозначное преимущество. Игра такая вязкая, в основном в центре поля. Хотя вот мне кажется, что Газовик очень хочет сегодня победить удар. Вы знаете, очень опасно было. Я сказал, что тут не менее 40. То есть вот видите, ух ты, какая сейчас была ошибка. Ой, как здорово сейчас сыграл, конечно, Оренбург. И спас сейчас. Что-то хочет, видимо, хочет там проявить себя. Ну, посмотрим. А сейчас вот вы видите, мы очень просто расстаемся с мячом. И отмечу еще такой момент, который наверняка произвел на... Ух ты, сейчас вот опять опасно. В общем-то, дружественный нам клуб. Я знаю, что Оренбург в большом составе, представители, я имею в виду, этого города. Если мы успеем достроить нефтяник к матчу с «Зенитом», собираются приехать к нам посмотреть. И вот мы даем вновь бить. Семакина потрепал, дескать. Ну, все, тут, в принципе, всем понятно, что матч имеет... Ух, сейчас Шевченко ворвался, штраф. А второй игрок – это Фархот Васиев. Это игрок сборной Таджикистана. Решает, не нравится ему, когда его команда, вот видите, вот в общем-то вот сейчас Голубов вперед идет. Может быть, конечно, есть какая-то попытка сыграть. Килин и удар по воротам. Вы знаете, очень опасно. Вот он, Антон. Не напрасно говорят, что... Ну, сейчас очень картинно, конечно, упал Шевченко и Форбс. Не пробили, все-таки попали в стенку. Пуревич и Форбс были собственные партнеры. Расстроен Голубов. Ладно бы что-то не получалось, действительно. А когда вот ты ходишь без мяча тут и обвинить нападающего. И фримпонг! Долго. Ох, как! Гол. По-моему, гол все-таки. Нет? Нет? Ну, давайте посмотрим на повторе. После удара мы сейчас, я имею в виду, за столбом. Да, потренировали Веремко, как я и говорил. Вешается Франиди. Так, знаете, неплохо он так, ныряющий такой крученный удар. Издалека бьет Тишкин. Есть ли какие-то перестановки в составе у наших сегодняшних номинальных гостей? Потому что все-таки мы играем на поле отеля «Титаник», в котором живет Уфа. Итак, Андрей. В нашей команде произошла одна замена. Вместо Алексея Друзина вышел Марат, который, впрочем, был неточным. Ну, кто смотрел наше видео на YouTube со вчерашней вечерней тренировки, видел, как сейчас прострел дали пробить, и тут сейчас под удар бросился, несмотря на зашитую... Но, тем не менее, он спас сейчас наши ворота. И вот сейчас, видите, Сафрониди, хорошо известно, в том числе, хороший прострел какой, сейчас вот Голубу. Напомним, мы с Андреем не профессиональные комментаторы, все-таки я, да, действительно, комментатор удивляется прям по ходу матча, но вот у нас сегодня такая веселая трансляция. Ну, в недодачу он ему дал пас, там уже Диего врубал. Вы знаете, я прервусь из-за того, что сейчас очень опасная атака, я смотрю. Ну да. Тяжело нам, да, тяжело там нам было, да. Я действительно героическую игру тогда провел Газовик. Ну, что могу сказать? Ох, сейчас, видите, и снова Зинь, в числе и местный. То есть он у нас уже месяц занимается, поэтому мы много в него вложили. Конечно, он к нам приехал из донецкого «Шахтера». Вот, а сейчас опять... Все равно я отмечу, даже вот по комментаторской нашей кабинке, я отмечу, что действительно игра носит товарищеский характер. Мы с администратором команды Андреем с удовольствием сидим на соседних креслах, с удовольствием наблюдаем за этим матчем. Я даже сейчас, когда он будет комментировать, я даже постараюсь сделать селфи. Я думаю, это действительно уникальный случай, когда, ух ты, вот это провал у нас был, простил нас Оренбург, давайте... Отдал мяч Шагенову. Шагенов здесь пытался обыграть двоих, потерял мяч, и тут же контратака Уфы, прекрасный пас.
Да, то, что я вам говорю. В России представителя газеты «Спорт-экспресс», он сказал, что именно такого игрока не хватало. О, а сейчас пенальти. Нет, мне... Как команда. Ты из Оренбурга? Из Уфы? Из Уфы, да, я оговорился. Странная оговорка, конечно, Андрей. А вот сейчас произошла в составе оренбургского газовика очередная... Обменяться голами. Я не буду расстроен, если будет 2-1. Нет, арбитр ничего не показал. И Зинченко пытается перебросить. Вы знаете, вот мне нравится. Противоборствующих команд сидят вместе в комментаторской кабинке, и каждый говорит что-то свое. И вот за это я хочу еще раз сказать спасибо пресс-службе оренбургского газета. Ой, какой гол! Давайте признаем, что гол был. И штрафной. Что-то я не понял, что ж здесь у нас. Винит в том, что он сыграл плохо. А тебе-то этот гол нужен был как никому. Вот он, голову взбрасывает Зинченко. Неплохо они сейчас комбинируют. Бей, Саша. Нет, он решил отдать. Ну кто? Килин? Голубов? А вот Голубов-то бьет. Но вы...